Моя любимая ПП пицца. Всем привет, друзья. Будем сегодня готовить пиццу. Чтобы ничего лишнего не выросло. Короче, этот рецепт я нашла на ютубе. Как только я начала свой бесконечный путь в этом правильном питании. Ребят, я надеялась, что я посижу неделю на ПП. В основе пиццы 400 грамм творога, 50 грамм рисовой муки, яйцо и разрыхлитель. Блендерим и кладем на вот такую вот силиконовую... Лень, короче, я не знаю. На пергамент не надо, иначе пришпиндорится и оторвать не сможет. Потом на 5 минут в духовку. 180 градусов. Дальше вы видите запретный плод, который я не должна была показывать, ну ладно. Вместо sausages вы можете просто пожарить грудку. Хук вам позволяет делать все, что велено вашей душой. Дальше я добавляю бабушку помидорку, а сверху бабушки детей помидорок. Слюной подавилась, очень вкусно выглядит. Добавляем чиз, и дальше в духовку. Довольна собой домохозяйка, она их встает пиццу, разрезает. Конечно, не по канонам ПП, но я выбираю быть счастливой. Видите, какая она счастливая, ё-моё. Короче, готовьте.